страх какой-то, какую-то мерзость. Это, я считаю, что человек сам себя настраивает на какие-то эмоции. Эмоции – это наши слабости, которые нужно устранить. Пытался прыгнуть, подтянуться, но руки мокрые, скользкие, цепь скользкая. Самое ужасное было, когда я залез на тушу, там были деньги привязаны, поднимаю вверх голову, и на меня какая-то жидкость. Глаза, я ничего не вижу, вот так вот разгребаю глаза, все кричат, там деньги, там деньги, там. На ослеп как-то ловлю эти деньги, вот, ну нашел. Это был кошмар, мы иногда не лезли на эти туши, потом вместе с этими тушами падали вниз, в эту лужу крови. Максим нашел ключ какой-то. Были предположения, что в яме был какой-то чемодан. Мне кажется, именно в том тайнике, который был под водой, скрывалась основная сумма денег. Валик сказал, что он нащупал замок. Как его открыть? Не нашел. Разочаровалась в муже, в своем Жене. Я не ожидала, что он первый выйдет. У нас все-таки была какая-то тактика на игру. Мужчина физически и морально более подготовлен. И поэтому первыми должны все-таки остаться девушки. Я не дойду до следующего испытания. Силы на износ. Не ноет. Я просто боялась остаться в этой комнате. Это была легкая паника. Да в шоке просто. Все. Я не знаю, зачем я это взял. Нет, еще не все. Я чувствовал, что Оксана хочет выйти первее, но мне уже это настолько это все противно. Я понял, что это все, я больше не могу. Иступление, секунда была. Сила мужская, да. Кулаки, мускулы – это сила мужская. Женская сила – это моральная сторона. Чего вы стоите? Еще не деньги еще. Как вы видите, посмотрите? Нет, еще не все. На меня не обращали внимания, потому что, я так поняла, в этом замке каждый сам за себя. Мы все знаем, куда мы приехали. Мы приехали сюда собрать как можно больше денег. И обращать внимание, я думаю, здесь надо именно на деньги, а не на кого-то. Перемкнула меня в тот момент, когда я уже ощутила на себе
литров 10 этой всей гадости, я поняла, что я просто больше, я даже не могу двигаться дальше, у меня какое-то вот онемение. Когда он ко мне подошел, я просто испугалась, что на меня сейчас опять вылез куча всяких помоев кровеносных. Я решила сама, что я останусь. Я не вышла, потому что у меня не хватило сил продолжать эти ужасные испытания в этом ужасном замке. Валентин! Да, я вас слушаю. Вы еще не расстались с иллюзией собрать много денег? Конечно, нет. Пока вы собрали очень мало. Жаль. В следующей комнате соберем больше. Марьян, ваш муж очень бережет себя. Он первый выскочил из комнаты. Я ему это припомню. Он всегда так поступает? Я думала, что нет. Теперь буду знать, что он так поступает. Вам доставляет удовольствие мучение жены? Конечно, нет. А почему вы тогда оставили там Марьяну? И выбежали первые? Скорее всего, подумал, чтобы достичь большего успеха, нужно сэкономить силы. На самом деле, он просто уже давно женат. Вас это радует, Марьяна? Совсем нет. Максим. Да. Вы были усердны в сборе денег. Наверное, может быть. Вы вынесли достаточно большую сумму и могли вынести еще больше, потому что вы нашли ключ. Я не нашел замок. Мы искали, и я что-то... Так, я ключ нашел. Ты подняй! А, вот здесь, Марк. Чемодан с деньгами был там, где вы его искали. Он был внизу, под вами. И там было больше всего денег. Я-то понял, но найти деньги, то есть надо было головой погружаться туда. Нет, я думал, это сделать наш командир, но он решил себя пожалеть. Я нашел замка просто. Скажите, я вас предупреждал, что из комнат можно выносить только деньги и ничего, кроме денег. Да. Я не знаю, зачем я это сделал. Максим. За то, что вы вынесли ключ, вы покидаете замок. Рудольф, проводи его. Вылет на первом этапе для меня был просто, ну, как шоком. Просто я рассчитывал, что я дойду до финала и сделаю все возможное. Thank you.